Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как сделать вот такую прочную сетку из пластиковых бутылок. Для палисадников, для вьющихся растений, ну или для ограждения чего-либо. И сразу же протестируем ее. 5-литровая бутылка. Соединение с легкостью выдерживает. Как обычно, подготавливаю бутылку, снимаю этикетку, отрезаю дно и нарезаю на ленту от 8 до 10 мм. Здесь без разницы, какая будет лента, ровная, неровная, абсолютно не имеет значения. Потом уже эту ленту я скручиваю в трос под действием фена. Начало сделано, теперь можно вставить шуруповерт. Так дело пойдет быстрее. Трос делаю длиной около метра. Ну и соответственно, чем больше будет сетка, тем больше нужен тросиков. Для формирования таких колец понадобится какой-нибудь круглый предмет. В данном случае я использовал отрезок канализационной трубы, но можно использовать и тюбик из-под краски, стеклянную бутылку. То есть выбирает целевой предмет подходящего диаметра. Кольцо формируется вот таким образом. Фиксирую размер и начинаю его заплетать. Вот и все, кольцо сформировано. Соответственно, тот же метровый трос, если намотать на что-нибудь диаметром поуже, он будет прочнее и толще. Когда кольца готовы, остается только их скрепить. Для этого нарежу еще тонкую ленту шириной 2-3 мм. Потом с помощью этой ленты кольца связываются между собой. Продеваю ленту, делаю узел. Потом уже ленту обматываю несколько раз. Подтягиваю и снова делаю узел. Потом лишнюю ленту обрезаю.
и делаю термоусадку зажигалкой. Потом уже привязываю следующие кольца. Ну вот, связал таким образом 12 колец. Получилась сетка небольшая, 44 на 33 сантиметра. Но ушло у меня это максимум полчаса. То есть, если у вас много бутылок, вечером заниматься нечем, вполне можно сделать такую сетку. А на этом, думаю, пора заканчивать. Кому видео понравилось, подписываемся на канал, ставим лайки. На этом все, всем пока.